Дмитрий Цыганков с недавнего времени исполняет обязанности директора Нижегород-пассажир «Автотранс». Его задача – вывести предприятие из кризиса и решить вопрос с долгами. На сегодня предприятие представляет из себя больной организм, вокруг которого очень много моментов, которые нужно устранять. Значит, основные моменты, то, что я должен сделать, это провести оптимизацию затрат данного предприятия. Второй проблемой Дмитрий Игоревич видит состояние подвижного состава. Часть транспорта уже устарела и нуждается, если не в списании, то в ремонте. Однако избавляться от долгов уменьшением транспорта нельзя, поэтому все маршруты останутся без изменений. Мы обязаны только увеличивать свою транспортную работу, которая будет выражаться в увеличении подвижного состава, который должен выходить на закрывать маршрутную сеть в городе Нижнем Новгороде. И третья проблема – сотрудники предприятия. Сокращения будут, ведь, по словам Цыганкова, в пассажиравтотрансе есть избыточные вакансии. Предприятие работает по советским схемам, а современность диктует другие правила. Также многих сотрудников ждет переподготовка. Люди в коллективе в основном обучаемые. Моя задача четко им сформулировать те требования, задачи, то, что необходимо для работы предприятия, и осуществить контроль за выполнением тех установок, которые я буду давать. Особняком стоит развитие транспортной системы в преддверии чемпионата мира. Однако, по уверениям Дмитрия Цыганкова, проблем с этим не будет. В городе появятся маршруты, которые представят его для туристов в наилучшем свете.